Друзья, все мы под Новый год ждем чудес и верим в сказку. Елка желаний Казхрома помогла 120 детям из 4 городов Казахстана исполнить мечту. Письмами от детей-сирот с особенностями развития и ребят из многодетных семей украсили елки в филиалах компании. Металлурги и шахтеры разобрали письма, купили подарки и развесли их по адресатам. В Актобе елка желаний прошла в аппарате управления Казхрома и на актюбинском заводе «Ферросплав». Я верю в чудеса и знаю, что ты есть Дедушка Мороз. Обещаю тебе хорошо себя вести. Себе планшет, телефон брату. Сотовый телефон попросила? Мы тебе привезли сотовый телефон. День есть много было. Примечательно, что первая елка желаний прошла 9 лет назад в Аксу. Прошло время, сменилось уже целое поколение детей, но вера в чудеса осталась. Давайте начнем. Управление «Казмарганец» «Елка желаний» прошла для детей из детского дома с ограниченными возможностями. Карагандинцы получили 25 писем. Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, маленькие коньки 32 размера. Я девочка, но люблю играть в футбол, поэтому подари мне футбольный мячик. В этом году к «Елке желаний» присоединился коллектив Донского горно-обогатительного комбината в Хромтау. Ну а я лично там присутствовал и проследил, чтобы каждый подарок дошел до своего адресата. Ульяна, город Хромтау, коньки 35 размера. Ой, молодец! Самое главное, не переставайте мечтать. Всем крепкого здоровья. Берегите себя и...